Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, внося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Ну что, друзья, тогда давайте все технически настроились, тогда давайте вперед. Поздравляю, конечно, так как это у нас первый вебинар в 2018 году, поздравляю всех с началом нового года, 2018 года. Вот, сразу могу сказать, что его называют, я не люблю этих вещей, там, годом собаки, хотя сам родился в этот год и долгое время относился к этому более серьезно. Сейчас скажу, мне это абсолютно все равно. Но с точки зрения того, чем мы сегодня занимаемся и что сегодня происходит, я бы сказал, что сегодня наступил год Skyway. И мы однозначно говорим, что 2018 год – это год уже становления и реального выхода на такую, ну, серьезную очень сцену. Это Skyway. Это будущее, которое будет развиваться все больше и больше. В этом году и сейчас юбилейные вебинары, но он будет через 2 недели, друзья, когда будет ровно 4 года, как мы работаем в проекте краудинвестинга, как мы начали вот этот новый этап развития струнных технологий инженерной школы Юницкого и под брендом Skyway стали уже выходить на инвесторов, на новых партнеров, и, соответственно, за это время, друзья, сделано, конечно, очень много. Я не буду сейчас еще раз перечислять и делать, потому что в основном у нас здесь собираются, и эта аудитория уже идет для тех, кто знает, что такое Skyway. За эти 4 года продемонстрировано очень много. Отчетной такой точкой и периодом был экофестиваль, который проходил 1 июля 2017 года, где было более 5000 человек из 67
стран мира. Вот, соответственно, это было очень такое важное событие, и то, что было продемонстрировано, это однозначно было показано, что технология SkyWay существует. И дальше, после этого, мы для себя, во всяком случае, вот как мы с Алексеем ведем сейчас презентации команды, все наши партнеры, директора SkyWay Capital, мы сегодня при встрече с каждой аудиторией, показывая ролики вот этих последних презентаций, где идут уже испытания и сертификации Юнибайка, Юнибуса и Юнитрака, после этого все разговоры о том, что технологии не существует, они просто прекращаются. Потому что видеть это и говорить, что это не существует, это глупость. Можно задавать технические вопросы, можно задавать организационные вопросы, можно еще задавать, но говорить о том, что это не существует, это глупость. Исходя из этого, друзья, мы перешли в следующий этап. Мы говорили, что для нас конец 2017 года был очень важный. Мы перешли к формированию сети адресных проектов. И это новый этап, это уже строительство транснета, это строительство уже конкретных проектов, конкретных трасс с применением струнных технологий, которые мы сегодня с вами создали, которые сегодня продемонстрированы, испытаны, и идет активная сертификация. Прям буквально в последнюю неделю перед Новым годом прошла просто сногсшибательная новость о том, что закончена сертификация именно на территории России и Белоруссии, и было представлено целый ряд сертификатов. Это, друзья, не ответы, тут некоторые это восприняли, что ура, все, на этом фактически процесс капитализации закончен. Нет, друзья, это очень важный, но это один из многих-многих шагов, который делает команда, который делает конструкторское бюро, который делает сегодня инженер Юницкий, и это подтверждено пока определенными органами и институтами, которые имеют право делать это на территории России и Белоруссии, о том, что этот вид транспорта соответствует всем требованиям, которые представляются к такого рода машинам. Это, друзья, очередной шаг. И дальше у нас будет еще очень много различных сертификаций и по разным направлениям на России и Белоруссии. Будут сертификации в других юрисдикциях, будут на других территориях, в других странах. Это, друзья, процесс, который сопровождающий идет, соответственно, развитию любого проекта, строительству любого адресного проекта. Поэтому, друзья, я бы это сказал, что это очень важное событие. Это показывает о том, что эта работа прежде всего запланирована, и она сделано. Вот, друзья, что самое главное. Вот. И тут вот вопрос по фестивалю 2018 года. Друзья, фестиваль будет 7 июля 2017 года. Это первая суббота июля. Вот, соответственно, до фестиваля остался 177 дней. Друзья, когда мы начинали с вами отчет, вот, было там 360 там с чем-то сразу после фестиваля, потом мы перешли 300, теперь 200, теперь, друзья, уже меньше 180 дней, то есть меньше полугода. Время летит неумолимо. И параллельно с этим, друзья, можно сказать, что с такой же активностью идет работа. Идет работа в конструкторском бюро, идет работа у команды, которая сегодня продвигает и развивает адресные проекты. И год заканчивался с того, что и сам Юницкий, и с Виктором Бабуриным, и мы с Алексеем, и вообще вся наша команда, мы были в командировках, мы вели переговоры по конкретным проектам. Отчасти мы вам уже рассказывали о результатах и в Швейцарии, Сен-Бернардино, что мы сделали. Буквально на следующей неделе делегация уже приезжает к нам в Экотехнопарк. Потом будет следующая итерация, уже проработка проекта с инженерами уже там непосредственно на месте в горах. Это, друзья, начало интереснейшей работы. Я могу сказать, что настолько чувствуешь себя, ну, действительно по-другому, когда видишь, что ты стоишь у истоков от того, что как это зарождалось, как возникала сама идея Юнибайка, потом как возникали его чертежи, потом первые прототипы, потом испытания, потом Инотранс в Берлине показ, потом уже испытания, сертификация, и сегодня уже начинаются первые проекты именно с применением для легкой туристическо-прогулочной трассы в Швейцарии. И опять же, друзья, когда мы ведем переговоры, уже ездим
по местам, где это будет проектироваться и ставиться. И, друзья, конечно, я очень рассчитываю, что в этом году мы начнем строительство уже, а на следующий год будет закончена вот эта трасса в Швейцарии, и это будет новое огромнейшее направление, связанное именно с легкими спортивно-туристическим направлением, как мы называем Sky Fitness и Sky Travel. И это просто перспективнейшее направление. Я вот на вот эти праздники был, ну, в одном очень таком древнем курортном месте, которое еще известно со времен римлян, это в Австрии, Баден, и общался с хозяевами этого курорта и просто в таком неформальном, ну, проговорил идею, которую мы предлагаем, именно легкого прогулочной системы, нового фитнеса, нового именно туристического направления, где связать там огромное количество замков, фитнес и спа-зон. И вот такая бизнес-идея, я могу сказать, что было однозначно сказано, что как только вы такой проект представите нам здесь в Австрии, то проблем с инвестированием и с инвесторами у вас просто не будет. Востребованность этого направления сегодня просто колоссальна. Но так же, как, друзья, и все остальное, там буквально перед Новым годом Виктор с Анатолием Эдуардовичем Юницким вернулись из Эмиратов, где также уже смотрели и выбирали и место под проекты, и направления, уже связанные с развитием порта, и то, что в Индии сейчас и в Индонезии буквально там днями. Анатолий Эдуардович опять улетает, Индия, Эмираты, Виктор, Индонезия, Филиппины. То есть, друзья, востребованность сегодня очень-очень большая. Поэтому эта работа сегодня будет дальше и дальше развиваться. Вот мы с Алексеем, хотя он тут тоже, у него такой график сейчас планируется уже в ближайшее время, это и общение с Арабским банком развития, и участие в выставке в Бангкоке, и проведение конференции в Словакии в Татрах. Вот это вот то, что Алексей ожидает ближайшие 3 недели. Вот. Я про свой график тоже, друзья, очень могу сказать, что мы закончили год очень активно. Вот сейчас 2 недели передохнули, и дальше, друзья, только вперед, потому что времени на раскачку, времени на то, чтобы о чем-то раздумывать или в чем-то сомневаться, у нас просто нет, друзья. Поэтому, если коротко сказать, что 2017 год – это однозначно, конечно, фестиваль, это ряд очень важных выставок. И вот последнюю выставку в декабре, когда мне пришлось по независимым, друзья, поверьте от меня, причинам, когда Анатолий Эдуардович, автор и главный инженер, главный конструктор проекта Skyway, должен был представлять руководству страны и премьеру, и вице-премьеру, и министру транспорта, но по сложившимся стечениям обстоятельств, которые от нас не зависят, но, скорее всего, они были организованы специально, Юницкого, как главного человека в Skyway, не пустили на выставку «Транспорт России», когда была закрытая презентация, и нам с Виктором Бабуриным пришлось это делать, и, тем не менее, все прошло, слава богу, хорошо, и технологии, мы самое главное продемонстрировали, что мы существуем, что мы выжили, мы развиваемся и будем дальше двигаться вне зависимости от того, как к этому относятся в данном случае чиновники Российской Федерации. Точно так же до этого на выставке «Транспортной недели» в Беларуси было продемонстрировано высшему руководству Беларуси технология, и точно так же, вы помните эту уже крылатую фразу Юницкого, когда вице-премьер у него спросил, чем вам помочь, он сказал, самое главное, друзья, помощь, это не мешайте. Мы знаем, что делать, мы знаем, для кого делать, у нас есть заказчики, мы знаем, с кем это делать, у нас большое количество партнеров, и здесь, друзья, я могу сказать, и конец года, и начало этого года показал неимоверный интерес к проекту, неимоверный приход новых партнеров, новых инвестиций, потому что, друзья, все идет своим чередом. Мы показываем, что существуем, работаем. Вы видели целый ряд статей и в серьезных деловых журналах, где берут интервью уже у Юницкого именно как прогнозиста. Я бы не сказал слово футуролога, потому что футуролог все-таки это есть то, что кто заглядывает в будущее. А
Юницкий, он прогнозирует, исходя из тех практических результатов, которые делает. Хотя, конечно, в нашей команде мы однозначно его называем как визуазер, который видит будущее. Это самый главный футуролог, который смотрит на столетия вперед. Вот. А мы, вот в данном случае с Алексеем, вообще вся наша команда, мы себя считаем уже учениками или последователями инженерно-экономической школы Юницкого, который однозначно можно назвать сегодня лидирующим в сфере футурологии, потому что то, что сегодня многие даже не могут предположить, мы уже создаем. Мы создаем сегодня уже Unite Mobile Personal Space, то есть это индивидуальное пространство, которое определит жизнь каждого человека на планете через ближайшие 5-10 лет. Это наш Unibike, который будет сегодня оснащен абсолютно, даже сегодня кажется, фантастическими вещами. Это и фитнес, это и здоровье, это и обучение, это очень-очень много. То, что сегодня всем кажется фантастикой. Мы сегодня уже проектируем и реализуем логику линейных городов, которые будут улучшать экологию, которые будут убирать все сегодняшние проблемы сегодняшней цивилизации. Это и пробки. Друзья, просто Москва превращается вообще непонятно в какой город, когда проехать 20 километров я вынужден планировать уже для того, чтобы дочку отвезти в школу. 2 часа езды, друзья. Куда дальше предел дойти? Уже 3 часа потом будем 20 километров. Так мы к тому подойдем, что пешком будет уже ходить быстрее. То есть это безумие, до которого сегодня дошла цивилизация. И выходить из нее надо только новыми технологическими методами, которые предлагает Skyway. Сегодня, друзья, потому что если посмотреть вот на сегодняшние дороги, вот я вчера возвращался из Москвы, видел, когда стоят десятки тысяч автомобилей, молотят двигателями, выкидывают тысячи тонн бензина, переработанного в атмосферу, которым все потом дышим, ради того, чтобы я проехал эти же 20 километров. Друзья, когда будет трасса Юнибайка, я спокойно, вращая педали, я 24 километра буду проезжать за 15 минут, потому что скорость сегодня Юнибайка, я уж не говорю 150 крейсерская, даже 60 километров на велоходу, это все равно 20 минут максимум эти 20 километров. Поэтому это, друзья, все равно то безумие, которое надо преодолевать. Экология, то, что сегодня превратилось просто в ад для населения крупных городов, это тоже надо решать. Сегодня то, что творится на дорогах, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь, друзья, мы с вами можем четко говорить, что мы сделали, мы продемонстрировали, и мы представители той компании, которая предлагает и реализует технологию, которая решает все эти проблемы. И теперь, друзья, кто бы к этому как ни относился, мы это делаем, мы это реализуем, мы это развиваем. И дальше уже из адресных проектов, друзья, мы очень много, вы должны нас понять, и отчасти мы будем вам по возможности доносить, что сейчас уже начинаются бизнес-процессы. Это процессы организации компании, это процессы заключения сделок, это процессы уже конкретного проектирования конкретных уже трасс. И очень много информации сегодня открывать нельзя. И мы понимаем, что очень важно для инвесторов знать максимум, что происходит. Мы и так делаем очень многое. Но исходя из бизнес-процессов, определенные вещи мы, к сожалению, до какой-то периода показывать не будем. Поэтому сейчас просто вы видите из той интенсивности поездок, которые идут у самого Юницкого, у всей команды, которая сегодня реализует этот проект. То есть фактически сегодня мы не выходим из самолетов, из гостиниц, из переговоров, со встреч. И этот процесс только-только набирает обороты. Поэтому по мере того, что можно и что можно показывать, мы вам показываем. Но здесь еще раз, друзья, оговорюсь, прошу отнестись к этому с пониманием, потому что не все, друзья, у нас гладко и хорошо. У нас очень много недоброжелателей. И здесь тоже, друзья, очень такая серьезная закономерность. Чем больше мы сегодня демонстрируем успехи, чем больше мы сегодня демонстрируем уже готовность подхода к реализации проектов и привлечению очень серьезных инвестиций, тем больше у нас сегодня, друзья, и злопыхателей, и конкурентов, и врагов. Это тоже, друзья, с одной стороны,
процесс вполне нормальный, но с другой стороны, к этому надо отходить, подходить очень и очень спокойно. И, соответственно, это и готовится, и это точно такое же развитие технологий, как и проектирование, как и изготовление опытных образцов, испытания, демонстрации. Да? Точно так же отстраивание и юридическое сопровождение, и защиты, и финансовой схемы, финансовой чистоты, и физической, и защиты информации, которая также является очень важной составной частью нашего общего бизнеса, который мы сегодня делаем. Поэтому очень большой был интерес, я тут смотрю, здесь вопросы задают, это связанные уже с криптонаправлением. Да, друзья, здесь мы почти год назад, понимая, что развивается параллельный, очень сильный, мощный процесс, связанный с информационными технологиями, которые уже именно выкристаллизовался и в виде технологии блокчейна, которая стала применяться уже интернет-сообществом и породила целую новую отрасль, уже связанную в том числе и с финансовым оборотом, это так называемое направление криптовалюты. Мы долго следили, мы вели переговоры с многими командами, которые делали, но в конце концов пришли к выводу, что надо делать свое, надо делать свою платформу, надо делать свою именно расчетную единицу. И сегодня, друзья, мы, как и вам анонсировали, говорили, что мы сейчас в стадии тестирования. Вот, мы все основные этапы этой работы уже сделали и планируем уже в течение вот, января уже выйти на первые шаги по работе уже своей платформы. Полноценно она заработает, скорее всего, это где-то середина весны, то есть апрель-май 2018 года, когда она уже начнет работать как полноценная площадка, именно криптоплощадка, которая будет уже и обеспечивать оборот токенов адресных проектов, и привлечение инвестиций в адресные проекты, и, соответственно, выполнять функции внутреннего обмена между определенными токенами, которые будут существовать уже внутри системы. Мы об этом будем, я специально об этом говорю сейчас очень поверхностно, для этого у нас будут специальные вебинары, которые начнутся вот где-то с второй половины января, вот, ну, ближе к концу января. Мы готовим сейчас целый обучающий курс, именно связанный и вообще с идеологией и технологией блокчейна, и о том, как это будет сопрягаться и коррелироваться с технологией Skyway, как будут адресные проекты вписываться в цифровую экономику, как вообще будет проходить оцифровка и создание вот этой среды с Transnet Space, как мы ее назвали. Это тоже, друзья, мы все будем на специализированных и вебинарах, и конференциях все проводить и делать. Вот. Одно могу сказать, что находясь на острие инноваций, то есть Skyway это и есть сегодня основная инновация, естественно, что мы сегодня не можем существовать без новых, абсолютно передовых направлений, которые идут в информационных технологиях, все, что связано с блокчейном. И здесь, поверьте мне, я могу сказать, что совмещаясь и сопрягаясь технология Skyway, как именно передовая коммуникационная технология, в совокупности с передовой технологией, то, что дает сегодня блокчейн, друзья, это получилось у нас просто... Я даже трудно сегодня подобрать слова, насколько экономически эффективная получается система. И естественно, что и к ней интерес большой. Мы работаем сейчас с огромным количеством экспертов, которые сегодня участвуют в этой работе и дают заключения. И мы ведем консультации уже с потенциальными крупными инвесторами, которые готовы входить в такого рода проекты. Речь уже идет не просто о тысячах, о сотнях тысяч долларов. Это речь уже идет о миллионах, о десятках и сотнях миллионов долларов уже непосредственно инвестирования в адресные проекты, которые будут идти через уже технологию криптовалюты. Вот, потому что это все взаимодополняющие вещи. Это то, что сегодня и называется научно-техническим прогрессом. И здесь, друзья, 2018 год, у меня нет никаких сомнений, что при наложении двух этих очень мощных направлений, которые шли, развивались параллельно, и сегодня благодаря той платформе, которую мы создали, они пересеклись, то это просто очень огромный синергетический эффект,
который сегодня даст и дополнительную капитализацию интеллектуальной собственности, которая заложена в инженерную технологию, и дополнительную капитализацию расчетных инструментов, все, что связано будет с криптонаправлением. И вместе, друзья, это все будет способствовать очень быстрому и уверенному развитию Транснета. А реально это будет строительство десятков, сотен, тысяч километров реальных трасс, реальных станций, реальных проектов, которые будут осуществляться нашей командой. Вот. Поэтому, друзья, это как такой короткий итог 2017 года и то, что нас ожидает на 2018 год, потому что все-таки у нас первый вебинар в этом году, что, конечно, самое главное событие этого года – это экофестиваль наш, который будет, как я уже говорил, 7 июля в Марьиной Горке на экотехнопарке. Мы с вами увидим очень интересные вещи. Какие-то мы уже приоткрывали, озвучивали, но большинство сейчас даже трудно себе представить, что будет приоткрыто и что показано. Естественно, что по традиции уже часть техники и экспонатов, которые будут показаны на Экофесте, уже в сентябре будут продемонстрированы на мировой выставке Инотранс 2018 года в Берлине. Мы уже заявлены, мы уже отрабатываем стенды, и я могу сказать, что Skyway, если в прошлом Инотрансе это был дебют, это были первые пробные шаги Skyway, то 2018 год это будет бенефис, это будет, я могу сказать, демонстрация передового направления, в каком направлении пойдет вся транспортная отрасль. И, соответственно, когда это станет очевидным уже для всех, то начнется то, что сегодня идет скрытая борьба на уровне грязной конкуренции, все это выйдет в открытую конкуренцию, это выйдет в открытое создание уже альтернативных машин, но это, друзья, абсолютно уже честная конкуренция. В этой конкуренции выигрывает только тот, кто показывает самую эффективную машину, кто показывает самую эффективную систему, кто показывает самую производительную систему, которая идет в совокупности. И здесь, друзья, конкуренции у инженерной школы Юницкого нет только по одной причине. Юницкий за 40 лет создал настолько интеллектуальную подушку, что для того любой другой школе инженерной, которую надо пройти, надо затратить огромное количество средств и огромное количество времени. У нас есть просто подавляющая фора для того, чтобы обосноваться на рынке, для того, чтобы занять свою нишу и спокойно поджидать конкурентов. Поэтому, друзья, открытой конкуренции, мы это всегда говорим, открытой конкуренции, когда идет сравнение технологической системы, характеристик подвижного состава, экономии и так далее, системе. Мы не то что не боимся, мы это призываем и говорим, что, друзья, сравнивать работающую систему с работающей системой – это абсолютно честная и абсолютно правильная вещь. А вот сравнивать работающую систему с картинками, а тем более с передранными у кого-то из как-то – это, друзья, не честная конкуренция, это фуфло. То, что можно назвать. И, к сожалению, нас постоянно пытаются втянуть сегодня, сравнивая работающие машины, сертифицированные образцы, сравнивать с какими-то идеями, прожектами, а тем более есть откровенными, ну, просто технически несостоятельными идеями. И я всегда говорил, что этим занимаются только те люди, которые преследуют цели не конкуренции и не продвижение своей технологии. И когда мне в очередной раз говорят, что есть какая-то технология, я сразу отвечаю: друзья, где ее можно посмотреть? Если ее нельзя посмотреть, если она нигде не ездит и ничего не перевозит, и ничего не демонстрирует, то это необсуждаемо. Идеи сравнивать с реализацией технической концепции невозможно. Это глупость. И прошу вам всем это четко понимать, и все, кто будут говорить, что где-то что-то существует, первый вопрос. Покажите действующие образцы. Нету действующих образцов, не обсуждаем. Когда будут действующие образцы, это относится, друзья, и к Hyperloop, и к Skytran, и еще к очень огромному количеству технологий, которые сегодня говорят. Одно, давайте сравнивать действующие образцы.
Вот как только не прототипы, потому что Skyway сегодня показывает не прототипы системы, он показывает действующие образцы. И абсолютно сегодня четко можно сказать, что этих образцов, то есть сначала на Инотрансе было показано две машины, это Юнибайк и Юнибус, это двухместная спортивно-прогулочная машина, наш любимый Юнибайк, и городской лифт, то есть Юнибус 14-местный, соответственно, в режиме городского лифта стоящие места. На транспортной неделе в Минске и потом в Москве уже был показан Юникар. Это трехсекционная 18-местная машина уже в сидячем исполнении, которая может расширяться до 7 секций, соответственно, быть уже 48-местной. Вот. Это, соответственно, полный аналог воздушного метро, которое может переводить до 300 тысяч пассажиров в сутки. И, соответственно, эта же машина может выполнять еще и ряд других функций, потому что, как вы понимаете, 7 секций, каждая из которых фактически 3 на 3 метра площадью, то есть это 9 на 7, это получается у нас там больше 40 квадратных метров площади, это уже может использоваться и как гостиничный номер, и как передвижной ресторан, и еще целое-целое огромное направление, которое будет включаться именно в SkyTravel. И самое главное, друзья, что это все перемещается по одной унифицированной легкой путевой структуре, и самое главное, что и по полужесткой, и по провесной системе. И как Юницкий уже перед Новым годом нам дал абсолютно новое направление, мы это видели чуть раньше в экотехнопарке, когда Юницкий показал мобильный телефон и сказал, что путевая структура, которая будет располагаться между двумя промежуточными опорами на расстоянии до 7 километров, будет чуть-чуть толще, то есть не более чем в два раза вот этого мобильного телефона. То есть представляете, это какая путевая структура, по которой будут перемещаться как раз вот эти вот все виды машин, которые мы сейчас говорили, и юнибайки, и юнибусы, и юникары, и юнитраки. Вот, соответственно, также направления, связанные с транспортировкой грузов из труднодоступных регионов, мы также сейчас прорабатываем, и в ближайшее время у нас намечается командировка и в Боливию, и в Аргентину, как раз там, где надо сегодня выходить на ресурсы, связанные с литиевой солью, там, где сегодня невозможно построить никакой другой вид, кроме подвесной системы. И здесь конкуренция будет между двумя видами. Либо канатной дорогой, но она сегодня не является конкурентом по многим характеристикам Skyway, либо, соответственно, нашей системы. Это тоже то направление, которое сейчас активно развивается. Но, соответственно, друзья, как я уже сказал, что основным событием это будет 7 июля, и завершать год, хотя это сентябрь, это еще далеко до завершения, это будет Инотранс, это будет наш бенефис, и, соответственно, в 2019 год, друзья, мы пойдем уже с огромным пакетом адресных проектов, который будет уже обслуживаться и который будет располагаться и размещаться и обрабатываться уже на нашей, соответственно, своей платформе. Вот, друзья, это определенные планы уже на 2018 год. Как вы понимаете, что это очень сложно декларировать планы вперед, потому что всегда и весь год показывал, что там даже ролики ходят с моими выступлениями, что там вот тогда-то я обещал то-то, здесь-то я обещал то-то, здесь это реализовано, здесь я не реализовано. Вот, друзья, здесь можно сказать, что сложность заключается в том, что всегда пытаются привязаться к конкретной дате и к конкретному обещанию. Это очень сложно в венчурном проекте. Единственное, что я могу сказать сейчас абсолютно точно, что то, что сделано за те финансовые ресурсы, которые сегодня аккумулированы в проекте Skyway, и то, что сегодня является уже продуктом, который выходит на рынок, большего ни одна команда в мире сделать не могла. Фактически мы сегодня во главе с Юницким сделали невозможное. Если кто-то будет говорить, я всегда говорю: ребята, покажите, кто сделал больше.
Когда начинает сравнивать с Илоном Маском или с другой системой, которые уже потратили сотни миллионов долларов и показывают какие-то жалкие прототипы, которые абсолютно сегодня далеки от реализуемых проектов, это смешно сравнивать. Мы, друзья, сегодня, да, не все реализовано то, что мы предполагали, но, с другой стороны, по мере развития мы сегодня получили и намного больше результатов, которые предполагали изначально. Ни Unibike, ни легкая система не предполагалось строительство, когда мы запускали проект. Сегодня это основной бизнес-проект, который входит. Сегодня городская система, которая на полужестком и гибкой системе, которая также уже проектируется, это тоже система, которая сделана по ходу. Сейчас то, что идет уже с применением новых углепластиковых материалов, это тоже, друзья, новое направление, которое сегодня есть. Ну и то, что мы сейчас еще и это совместили уже с новой информационной расчетной системой, это также, друзья, новый вопрос. Так, тут много задают вопросов по скоростной системе. Так, звук хрипит. Звук хрипит. Так, это у меня звук или с интернетом что-то? Так, окей. Так, сейчас звук лучше? Андрей, как звук сейчас? Так, все, со звуком сейчас нормально. Вот, ну вот, друзья, значит, 18-й год, я вам могу сказать, что у меня такое двоякое чувство, что с одной стороны я вижу огромнейшие перспективы, огромнейшую работу, которая сегодня есть, я вижу то, что будет реализовано, сделано, достигнуто, это однозначно. Вот. С другой стороны, я вижу те препятствия, которые будут возникать, и те проблемы, которые будут нам ставить. Но и здесь чисто уже, друзья, это моя личная, скажем так, уже к этому отношение, что количество и командировок, и поездок, и презентаций, и встреч, их просто будет многократно и многократно больше, чем в прошлом году. Конечно, это очень утомительно, то есть тут скрывать ничего не будем, но, друзья, оно того стоит, и насколько у нас хватит сил, насколько у нас хватит умения, мы эту работу будем делать. Более того, что мы постоянно открыты и постоянно в нашу команду вливаются новые люди. За этот год я могу сказать, что наша команда окрепла и подкрепилась такими, ну, я могу сказать, столпами и очень мощными людьми, там, вот, как Франтишек, который вошел в совет директоров сейчас Skyway Capital. Франтишек Солар – это лидер по Европе. Тот, который ведет колоссальную работу и который является лидером и по привлечению инвесторов, и по адресным проектам. Благодаря ему сегодня уже, друзья, начинается преподавание Skyway в Братиславском университете. Мы в прошлом году уже в конце года принимали курсовые, первые 4 курсовые работы студентов технического университета, которые уже защищались по применению Skyway в Словакии, что не может не радовать. У нас произошло такое историческое событие, это подписание соглашения между МИИТом, это Московский институт инженеров транспорта, и ЗАО «Струнные технологии» в лице генерального конструктора Юницкого. И Юницкий начал уже читать ряд лекций именно и для преподавателей, и для студентов. Сегодня ведутся еще ряды переговоров с вузами, с объединенным украинским транспортным вузом, который объединил сегодня все транспортные вузы уже по введению курса Skyway. Это тоже, друзья, то, что не может не радовать. И с большим удовольствием и Юницкий, и я, и Виктор Бабурин, и Алексей Суходой, мы будем во всем этом участвовать. Владимир Маслов в Таллине сегодня ведет такую большую работу и уже для студентов. То есть это, друзья, тоже часть работы, потому что воспитание новых инженеров, подготовка новых кадров, это тоже не та работа, без которой крупная корпорация, такой, какой является Skyway, развиваться не может. Вот. Ну, еще там ряд, я могу много сейчас перечислять уже людей, которые выросли в нашем проекте, которые стали уже действительно профессионалами и по продвижению проекта, и по привлечению инвесторов. А сегодня, друзья, новый этап – это уже по запуску адресных проектов, по ведению переговоров уже и с властями, и с крупными заказчиками для того, чтобы продвигать и уже реализовывать
проект по строительству сети Transnet и формированию Transnet Space. Поэтому 2018 год, друзья, конечно, потребует от нас, от всех, кто участвует в проекте, полной отдачи сил. Как говорится, дай бог нам всем это выдержать, делать, но по тому настрою, который сегодня есть, по тем результатам, которые уже сегодня видны, и по тому потенциальному, скажем так, горизонту, который открывается и дает новые возможности, конечно, друзья, это позволяет однозначно утверждать, что 2018 год – это год Skyway. Хотя, друзья, с общей точки зрения, у меня вчера был большой-большой такой длинный разговор с одним экспертом, мною уважаемый, я обязательно, он уже был у нас на вебинарах, я еще обязательно его приглашу, это у нас большой друг, партнер, это Михаил Леонидович Кахазин, вот, и мы с ним много обсуждали и по тем проблемам экономическим, которые будут у нас в стране, мировой экономики, и еще мы как раз с ним готовим сейчас целый ряд такой совместных передач и циклов, которые пойдут именно уже для нашей скайвеевской среды. И однозначно мы пришли к выводу, что кроме скайвея, кроме того направления, которое мы готовим по Transnet Space, другого пути, другого решения просто не существует. И здесь, друзья, я могу сказать, что мы абсолютно к этому готовы. Мы сделали уже очень многое для того, чтобы и двигаться дальше, и получать все большее и большие результаты. Вот. Но, как вы видите, настрой у всех очень-очень серьезный, работа делается очень и очень большая. Вот. Поэтому, друзья, много действительно сейчас возникает вопросов, связанных с запуском платформы, тем более, что, как мы говорили, что все, что связано и с экономикой, и с пошаговой инструкцией, все будет прописано в белой бумаге, но все будет только на сайте. И как раз все обсуждение мы начнем с того, когда опубликуем, покажем все это на сайте, тогда можно считать, что мы выходим уже для публичного обсуждения. Конечно, друзья, мы и изначально вам говорили, и сейчас говорим, что это очень серьезная и очень большая работа. Мы ее делаем, и когда начинали, даже не представляли, каким отчасти результатом и задачам мы придем для той оцифровки и той токенизации, которую мы сейчас делаем. По мере того, как мы начали формировать именно саму концепцию экономику токенов, саму концепцию этой белой бумаги, мы пришли к очень для себя очень многим неожиданным выводам, которые заставили нас более глубоко прорабатывать определенные вещи, очень глубоко анализировать и заново излагать целые направления, систематизировать все, что связано именно с формированием Transnet-пространства, Transnet-спейса. Вот все это увязывать с сегодняшними трендами. И здесь, друзья, можно однозначно сейчас сказать, что мы формируем новый тренд, на который будет направлен на формирование Transnet'а, на формирование адресных проектов, сети адресных проектов и как общей совокупности Transnet Space. Вот. И, соответственно, та площадка, которую мы делаем, это будет инструмент, который, используя все сегодня передовые технологические наработки в сфере программирования, защиты информации, передачи информации, все, что дал нам сегодня блокчейн, это как раз будет использовано. Много задают вопросов, сразу один из основных, которые будут звучать, вопрос, а зачем Skyway блокчейн, зачем сегодня нужна эта технология. И Алексей как-то в такой беседе, мы вечером сидели с Анатолием Ильичем, он говорит: Анатолий Ильич, а как вы планируете защитить информацию, которая будет технологически, ведь перемещение большого количества модулей сопряжено с тем, что огромное количество датчиков передает огромное количество информации, начиная от температуры в колодках и кончая состоянием воздуха в салоне и так далее, там огромное количество. И если какому-то хакеру придет в голову залезть в систему управления и вмешаться в управление, то это может произойти катастрофа, коллапс. Соответственно, вся передаваемая информация должна быть зашифрована. И здесь как раз, друзья, как только возникает термин зашифровка информации, друзья, это криптонаправление, это и есть криптотехнология, это и есть блокчейн, который сегодня обеспечивает это делать. И здесь мы много ссылались на
доклады и на выступление Грефа, как президента банка, крупнейшего банка в России, Сбербанка, да, он говорил, что сегодня блокчейн дает возможность защиты информации на 4 порядка выше, чем то, что сегодня обеспечивает банковская технология по защищенным каналам. Вот вам ответы на все вопросы. Нам для того, чтобы сегодня существовал Транснет, нам нужна защищенная передача своей информации, именно внутренней технологической информации. И поэтому блокчейн мы будем использовать не только для того, чтобы создавать криптоплатформу, для того, чтобы на ней осуществлять торги или обмены долями. Друзья, прежде всего задача – это технологическая. А то, что связано с направлением, это сопутствующая часть, та, которая будет использоваться также те технологические возможности, которые есть. Поэтому здесь, друзья, это та необходимость, которая развивает еще огромное количество направлений, которые есть. И в совокупности это будет давать все огромный и огромный синергетический эффект. Ну вот, друзья, на этом давайте на сегодня мы заканчивать. Вечерних вебинаров мы с Алексеем пока по техническим именно причинам неподготовленности и невозможности одновременно введения нескольких комнат, мы будем для наших европейских друзей вести отдельные вебинары, скорее всего, где-то раз в 2-3 недели. Вот следующий вебинар у нас по расписанию, в следующую среду мы также с Алексеем уже там будем вам готовить и показывать ряд вещей, связанных с запуском сайта. Вот. А в следующую субботу, если все будет по расписанию, то 20 числа у нас первая международная конференция в этом году в Татрах, в Словакии, вот, где будет практически весь директорский состав. Также там, если вот из ближайших новостей, планируется очень серьезная большая командировка Виктора Бабурина в Индонезию. Вот, тоже будем ждать от него, как всегда, новостей, но новости всегда Виктор дает очень скупо и очень сжато, что, к сожалению, для нас, как партнеров и инвесторов, всегда хочется знать больше, вот, но он делает очень сжато. Вот также готовится еще ряд поездок и в Арабские Эмираты, и в Индонезию, и в Индию, и Филиппины. Это уже то, что планирует уже сам генеральный конструктор. Это там, где уже на самом высоком уровне подготовлены переговоры. Вот у нас сейчас идет большая работа, как я уже говорил, и по Латинской Америке. Она очень активно развивается. Это и та же Аргентина, и Бразилия, и Уругвай, и Парагвай, и Боливия. Поэтому там тоже сейчас на подходе у нас Вьетнам. И очень активная работа идет в Монголии. Поэтому, друзья, я просто сейчас уже с небольшим таким, еще раз уже повторяюсь, что команда у нас будет расширяться, потому что то количество контактов и работы, которые вестись, для этого нужна очень большая, слаженная команда профессионалов. Мы начали эту работу, но дальше мы ее будем расширять и привлекать все новых и новых специалистов, все новых и новых наших, скажем так, ближайших партнеров, как я их называю, джедаев Skyway. Вот, в этом году их число значительно увеличилось. Это те люди, которые действительно искренне преданы проекту, действительно профессионалы и действительно хотят очень много делать. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До следующей среды, как обычно, в 13 часов по московскому времени, в 11 часов по европейскому времени. Соответственно, технико-экономический вебинар, который сегодня все больше и больше является уже связкой между реальной технологией, которую обеспечивает Skyway, и цифровой технологией, которую обеспечивает блокчейн. Все, друзья, строй Skyway, спасай планету. Мы должны объединиться. Всего доброго. Так, друзья, в Перископе вопросы такие важные, приватные есть. Вебинар я закрыл. Все, друзья, давайте до новых встреч, до следующей среды. В Фейсбуке я все эти записи размещу, поэтому, если кто там что-то не успел, можно смотреть и в истории Перископа, и уже в Фейсбуке. Со временем мы... Так, про скоростную. Друзья, все идет со скоростной нормально. Уже как минимум 3 участка определено, где будет строиться скоростная трасса. Вот, поэтому не переживайте, все узнаете в свое время. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.